Совсем недавно в Украине, в городе Днепр, состоялась благотворительная акция для людей преклонного возраста. Ежемесячно, на протяжении долгих лет, апостол Владимир и Виктория Мунтян вместе с партнерами миссии Возрождения мира проводят благотворительные акции для людей преклонного возраста. Аллилуйя! Вас, дорогие друзья, мы приветствуем вас! Сегодня благотворительная акция для вас. Мы собрались сегодня передать вам подарочки от апостола с Виточкой. Он никогда о вас не забывает, всегда молится за вас, всегда о вас помнит и заботится. И передает вам огромный-огромный привет. В этот день для всех участников этой акции была подготовлена музыкальная программа, которая очень порадовала каждого человека. Вы только посмотрите, какой радостью наполнен каждый из них, какие улыбки озаряют их лица. Такое было прославление. Вы такие молодцы, вы так поете. Я в восторге. Я хочу подякувати за сьогоднішнє свято, за те, що так організували дуже гарно, так співали наші левіти. Господи, спасибо тобі, дорогоцінний Господь. Просто супер. Ми пели, веселились, танцювали. Великий Бог, благодарим за это все, апостол тебя и Викторию. И даже танцевали те, которые раньше не танцевали. Сегодня все танцевали. Приятным заключением праздника стали подарки в виде продуктовых наборов для каждого присутствующего. Спасибо. Я получил подарочек. Вот он, я могу показать. Давайте вот подарочек. Вот. И это же не первый и не последний. Это подарочек, который регулярно мы получаем от наших родителей духовных, апостола Владимира и Виктории. И спасибо тебе за это. Он очень тяжелый, еле домой доношу. Спасибо. И сейчас мы подарочки получили. И славлю, и благодарю. Я славлю и благодарю. Апостол, дорогой Виточка, мы благодарим от церкви Днепра за вашу заботу, за любовь, за то, что нас не забываете, Господи, слава тебе за эти здоровенные, тяжеленные пакунки, Господи, слава тебе, и мы благодарим. Я очень благодарна Виточке и апостолу нашему, которые за нас беспокоятся, которые нам помогают, сделали нам такой прекрасный сегодня праздник. Спасибо за Германию, спасибо за саммит. Мы уже готовимся на саммит и на Франции в кругом. А также поздравления и подарочки от лица апостола и Виктории для именинников. Сегодня у Татьяны Юрьевны не то, что в этом месяце, а сегодня день рождения. И мы вас поздравляем! 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 Сегодня день моего рождения, и у меня двойной праздник. Праздник в церкви и праздник у меня. И я получила огромный заряд энергии, удовольствия. И мне приятно, что у нас не забывают, с нами проводят такие мероприятия. Мы себя здесь чувствуем намного лет моложе. Сегодня такой прекрасный день. Мы провели акцию благотворительности пожилым людям. Сегодня пришло так много пожилых людей. Апостол и пастор Виточка, они приготовили очень много подарков для людей преклонного возраста. Также я хочу выразить благодарность каждому партнеру, который участвует в этих акциях. Также мы можем делать очень многое для этого мира, нести Евангелие по всему миру.
Я партнер миссии Возрождения мира уже долгие годы. Вы знаете, такие мероприятия, как апостол и пастор Виктория делает для пожилых людей, они настолько вдохновляют, вот, это дарит им позитивные эмоции, вот, и это еще больше подбивает творить для Бога больше проектов, больше участвовать в его деле. Вот. Я хочу поблагодарить апостола и пастор Викторию за этот шанс поучаствовать в деле Божьем. И также, кто не является еще партнером, я призываю, становитесь партнером миссии Возрождения мира. И мы вместе сделаем очень много дел для Бога и для этого мира. Дорогие партнеры, каждую такую акцию мы делаем вместе с каждым из вас. Разве это не чудо? Понимать, что именно вы являетесь участником этих улыбок, от которых светятся глаза пожилых людей. Ваш труд очень ценен в Божьих глазах, и вы должны точно знать, что воздаяние от Бога не замедлит прийти в вашу жизнь, когда это будет вам особенно необходимо.